Так, ну изначально здесь почти не было оригинальных приборов. На левой приборной доске, насколько помню, был только указатель положения закрылка, вот он оригинальный остался. Разграбленная кабина, отсутствие кресел, полное запустение. Таким 9 лет назад увидела самолет Мария Карманова. Просто пришла посмотреть на старое воздушное судно в аэроклубе Бердска и загорелась нереальной, как казалось, мечтой – превратить его в музей. Везде был мусор, большинства оборудования не было, то есть сохранилось там совсем немного. И как-то захотелось его восстановить, потому что я посчитала, что такой самолет, он заслуживает гораздо лучшего состояния, чем то, в котором он находился тогда. В 90-е годы, вот в разруху, когда самолет был открыт, и доступ туда был всем желающим. Я даже слышала, что туда приходили еще и даже из воздушки пострелять. Кабина была просто развандалена. Ту-104 – первый реактивный пассажирский самолет Советского Союза. Его экипаж состоял из 7 человек, а салон был рассчитан на 70 пассажиров. Был здесь даже свой бизнес-класс с широкими креслами, питанием, как в московских ресторанах. Конкретно эту машину выпустили ровно 60 лет назад. И самолет летал из Москвы и Ленинграда по стране и за рубеж. Такие машины сверхпрочные, и сегодня их уже не делают, говорят летчики. В то время это примерно рассматривали, грубо говоря, наверное, как космонавтов, что ли. Понимаешь, ну, тогда поршневые были самолеты, а это скороподъемность там большая, скорость большая, высота полета большая, загрузка большая все-таки, дальность относительно большая. Конечно, это была машина. В 1977 году самолет оказался в Новосибирске и пролетал лишь год, после чего встал на вечную стоянку в Бердске. Был частью музея под открытым небом местного аэроклуба. Его использовали как тренажер для детской планерной школы. Но в 90-е годы он стал никому не нужен. За реставрацию Мария взялась вместе с коллегами-учеными. Она доктор физико-математических наук. Реставраторы проштудировали гору технической литературы, искали оборудование в интернете и покупали за собственные средства. Что-то восстанавливали сами. Мы там не Министерство обороны, к примеру, то, ну, естественно, приходится искать какие-то компромиссы, что-то изготавливать по фотографиям, по чертежам. Ближайшая цель – это создание памятника или музея, ну, это уже детали, в котором будет все работать. Ну, вот наши ребята, электронщики, они уже собираются сделать новую проводку, подключать оборудование. Источник питания сейчас на стадии тестирования. Сейчас самолет буквально оживает. Удалось найти большую часть навигационного и радиооборудования, а также частично восстановить салон. Установлены 10 родных кресел из бизнес-класса, а плафоны собирали фактически из осколков. Здесь нужно восстанавливать проводку. Здесь есть обрывы. Здесь самолет все-таки курочили вандалы, поэтому часть проводки они просто вырубили. Вот. Здесь нужно менять сильноточные цепи на новые провода, чтобы у нас не было проблем. Активной работы здесь еще на год-два, но по-хорошему еще лет 10, говорят реставраторы. И это будет не просто музей авиации, а вполне действующий самолет со своей связью, освещением и полной работоспособностью приборов. Юлия Парамонова, Александра Филиппова. Для настоящего времени.